Сейчас мы с вами опять продолжаем тему фотографий, присланные моими друзьями со всей России. Так, сейчас мы вот здесь закончили пятую серию, именно тут. Квартал шестой, именно вот здесь. Это получается именно саженец, привитый, непривитый. И так Ростовская область дожили в Сибири, на юг России. Следующее. В общем, этим мы закончили прошлый фильм. Следующее. Совет железовой науки на ближайшие тысячи лет только прививки. Дело в том, что вроде бы надо было от тысячи до 2000-3000 вырастить. Причем не посадить, а посадить гораздо больше. Представляете размеры? Чуть не сказал бедствие. Да. Вот сама технология выращивания семян и селекции семян, она и есть бедствие. И получается, ну, получили мы отдельные экземпляры, может, выдающиеся. Все остальное, кстати, все остальное переходит в наши сады. Вот. Причем часто левыми путями, а иногда правыми путями, но переходит. И тогда получается, что где альтернативы? Альтернативы отказались еще отменив Мичурина и Лысенко, то есть признав, что вегетативной гибридизации не существует, вот, утверждая, и огромную роль сыграла отрицательный опыт именно Мичурина, то есть якобы, ну не якобы, он это испытал, получил массовую гибель привитых на Моросеке под Ойсарнцем, вот, и, к сожалению, на этом и все. Ну и как я иногда получаю разные вещи, вроде похожих на это самое. Ну, не утверждаю, потому что у меня память уже не та, но наиболее похожи вот эти вот, мне прислали фотографии моих черешин, моих подчеркиваю. Так, и достаточно крупных, и называются они брянская розовая. Вот. И я продолжаю утверждать, что брянская розина в моем саду мельче. И, к сожалению, видимо, это результат многих поколений сеянцев. Вот. Ну, а несколько поколений на прививках, может, на подбоях, моростойки приведет к их возрождению в качестве крупности и вкуса. Мезинов, значит, еще раз удивил чем. Он мой ученик и последователь, один из самых надежных. Я ему предрекаю судьбу, когда-то и попадет в учебники. Итак, он пишет: «Гроши без обрезки для тех, кто еще сомневается, резать или не резать». А в его саду он обрезку не делает, послушав моего совета. То есть нам приходится делать обрезку. Кстати, сегодня 23-е. Так, это четверг. 25, 26, 28 у меня вебинар. Нет, 28. Нет, давайте глядеть. Главное тут не ошибиться. Гостевая книга. 27. Так вот, 27 у меня вебинар. И мы с вами будем эту тему разрабатывать. То есть режем на самый крайний случай. Когда режем, объясню, почему режем. И без всяких идиотских этих советов. Вот, знаете как, мне всегда людям нужно заработать деньги, и они десятки минут, обычно только в течение получасовой сюжеты, и даже на телевидении, даже на центральном телевидении, вот, даже на центральном телевидении, они могут позволять себе следующее. Вот видите, даже кусок учебы, раз уж Мезинов сам заговорил, что он не режет. Посмотрите, вот детская рука, да, левая сторона. Вот это значит, что вот раз, два, три, четыре, неправильно. Вот одну надо оставить, укоротить, остальные вообще три, за чертой матери. И этот человек показывает по телевидению, и вот он, и ролики, и по телевидению. У него секатор, он идет вот так вокруг довольно взрослого дерева, и на высоте груди,
пупка головы режет, 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 режет. Толком объяснить не может, зачем это надо. Он говорит, это надо. Вот такие дела, друзья. Вот до чего мы дожили. Возвращаемся обратно, и мне надо на минутку на кухне, иначе у меня хочется получиться так, что у меня сгорит, я останусь голодным. Секунду, буквально. Вот эту мысль мы отметили, о том, что Мезино один из самых удачных садов, это Брянская область. И персики, и груши, как видите, вот, и абрикосы, поэтому будем продолжать, Олег Олегович. Вот. Мне побольше бы таких вот, чтобы я не чувствовал себя одиноким. Это ваши слова, груши без обрезки. Для тех, кто сомневается, резать или нет. Меня всегда удивляет, все их советы требуют огромного труда, сил, внимания, денег, 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 денег в нашей довольно небогатой России. И тем не менее, только ради того, чтобы снять кино, значит, чем-то нужно эти полчаса заполнить. Вот результат. Ну, а мы делаем... А, кстати, это... Ой, это его сад есть, но это еще молодой сад. Потом вы видите, повзрослее. Вот. А, ну, ребята, ну я должен был просто показать фотографии с успешными плодами. А я что делаю? А я что делаю? Я показываю, что Мезинов сад посажен на холмы, так, полностью задернен и только косится. Все. Деревья не это самое, не. Штамп метровый им не делают, иначе бы это было бы уже инвалиды или были бы уже мертвые. Брянск, конечно, это не Сибирь, все-таки надо деревья беречь. Вот. Вот, пожалуйста. А, это года мрачи. Вот эта девочка, вот везунчик. Вот. У нее на следующий год такой урожай еще тут был. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Но мы еще до него дойдем. Яблочки. Я не могу сказать, какой это сорт. За девочку я спокоен. Это не отравленное яблоко. Всю страну, если детей кормят яблоками отравленными, как от этого отказаться? У меня, знаете как, одна из моих... Нет, не ученица, просто слушает, а потом у нее какое-то небольшое этот самый, недоумение, она высказывает, Валерий Константинович, я не могу слушать это. Вот. Мне нужен позитив, а вы про это самое. В данном случае я опять рассказал, что про отравленные яблоки. Вот ей надо, чтобы этого не было. А как возродить сады, если не говорить о том, что в магазинах все отравлено? Как? Мои персики, Юрий Железов. Юрий Железов Владимирович, это мой брат из Костромской области. Вот. За несколько лет получил от меня эти санкции, когда-то даже показывал посылки. Вот и первый урожай персиков. Дозревают плоды персика Хасанского из косточки Железного. С косточки, еще лучше, потому что это самое, я ему еще до этого косточки высылал. Во! Во! Так. Ну, это дело в том, что вот эта фотография, она может вызвать у вас даже недоумение. Ну, не может же этого быть, но не может. Ни в одном институте нет. Ни один не достиг этого самого. А здесь железометаллург. Вот. А эта девушка, аспирантка, Савинч Елена Санна, я еще называю. Это моя совесть. Вот. Стала бы она за мной 5 лет дружить. Вот, все это впитывать, всю информацию, вот, повторять уже в районе Красноярска все это, так, если бы это было вранье, зачем бы она тут присутствовала, вот, и тогда я взял, вот это написал, это про меня, значит, что, мои антиподы, проходимец, врет, как силы мерит,
Знаете, как это было? Значит, уже лежал двухметровый снег, он живет в Сибири. И у них все под снегом. Вот. Видите, вот так я один другому написал, а оно же в интернете, теперь там 1000 просмотров. Вот сколько людей считает меня Наполеоном. Лженаука, это от этих выпустителей Мрязвики. Я узнал, что то, чем я занимаюсь, лженаука. Скажите, что иметь по науке отравленные фрукты? Или лженаука иметь чистое, без единого капли яда? Без единого миллиграмма, миллилитра яда? Я тогда шутку написал. Братцы, я же не знал и не хотел. Оно само. И вот именно вот этот сорт, я его назвал Супер Серафим, оно само. Я не ожидал такого результата. Не ожидал. Вот, ухаживать мне было некогда. Времени никогда не было. Я и придумал самую ленивую в мире технологию. Результат налицо. Извините за небольшую вставочку. Добрый день, Валерий Костинович, как обещал, мне надо проверить, идет ли запись. Ура, идет. Как обещал, высылаю фото Хасанского персика сразу с вашего сына Сергея Ростовского. А, я вам в прошлый раз показал, все, извиняюсь. Проехали, можете не смотреть. О, тут у меня вот эта пани Валерия, меня назвала моя землячка с Львовской области. Вот. Которую зовут Дана. И получается, что эту тему я раскрыл в другом фильме, поэтому пропущу. Там, ну, скажу, о чем речь, вам напомню, потому что все фильмы... Хорошо, что если вы все фильмы видели. А у нее получилось сумасшедший урожай, 176 килограмм с дерева, персика, одного дерева. Я когда посмотрел фотографию, мне стало плохо. Я понял, что я мальчишка. А у меня, правда, так что в Сибири таких урожаев не было и не будет в ближайшие 100 лет. Вот. Если только земля вот так не повернется случайно. Вот и получается, что ее местные авторитеты давили на нее. Видимо, не у каждого было такое. Может, от зависти, не знаю. Я подозреваю от зависти. Вот. Дана срочно отпиливает нижние скелетные ветки. Иначе дерево что? Погибнет, если не отрежет нижний скелет. Погибнет. Вот. И вот она мне, пани Валерий, пожалуйста, это прошло уже, наверное, в общей сложности лет 10. А я не могу это забыть. Не отрежешь ветки, погибнет. Ну, давайте еще раз посмотрим. Вот они, нижние скелетные ветки. Вот он урожай прям на земле лежит. Ну что ему помешало этому человеку? Ну что? Сергей с Ростовского. Уже сам факт, что в Сибири попало в Ростов, и он наконец-то на юге России персик ест. Ну, отрежьте скелетные ветки, и дерево погибло. Ну что я написал? Вы не вздумайте резать. Так. Антоновка от Сергея. Первая половина, вторая. На второй год. А, ну тогда, значит, получается так. Он его прислал Антону, скорее всего, двухлетнюю Сергей. Так. Потом год она приживалась. И на второй год после посадки. А Сергей еще сильно обрезку делает. Это обязательно. Я буду долбить. Самые мои последние слова. Вот лежу я вот так вот. Лежу. Меня уже руки вот так положили. Прощаю, родной. Вот, а тело, потому что я себя, я хочу, чтобы была эпитафия следующая на моей могиле, на моем памятнике. Славная была охота. Вот, и вот это железовое тело, значит, последние слова будут, уже умирать буду, при пересадке отрежьте полнохроны, а потом думайте, зачем и почему. И вот получается, Антоновка, скорее всего, была двухлетка. Посылку, скорее всего, не вылазила. Вот. И не поэтому Сергей обрезает, а мой ученик Сергей Железов, мой лучший ученик, он отрезает минимум половину, а потом сует посылку для того, чтобы не для того, чтобы влезла туда, а для того, чтобы лучше приживать. И вот на второй год смотрите, какие Антоновки. И что интересно, да, они уже как бы не совсем Антоновки.
Вот что такое вегетативная гибель? То есть согласитесь, что я, извините, разговаривался, но по делу же. Я перегоняю автомобиль в Тольятти родителям своим на риске заработал талон на автомобиль. Не подарили, нет. Но талон дали на Жигуль 21.6. Я его перегоняю в Тольятти на Украину напрямую. Я англичанин. И проезжаем мы в Курскую область. Что я запомнил? Значит, перегонщик, или как он, водитель, которого я нанял, значит, говорит, ой, сейчас будем проезжать Антоновку купить. А то время вообще было, а тут хотя бы Антоновка, а время было поздней осени или ранняя весна. Помню страшный холод. А, осень. Вот, и долбил, купить Антоновку, не помню, такая чудо. Я проезжаю очередной рыночек, там, на весях несколько старушек, вот. Что вы продаете? Антоновку. У всех зеленые яблоки, вот такого размера. Вот такие вот. Я купил эту Антоновку знаменитую. Едем дальше. Ну, естественно, шофер, для чего меня просил купить? Я его тоже протягиваю, угощаюсь. Я попробую Антоновку. Ни вкуса. Ну, говорят, запах у нее. Ну, у меня гайморит. Слышите, что у меня гайморит, да? И что было делать? Ну, пришлось ее есть. А так, это, деньги платят, надо кушать, Яша. Чуть не сказал, что я хохол. Вот, теперь надкушу каждое. А разочарование было полное. А для шофера, жителя Тольятти, это чудо, шедевр. А я-то выходил с Украины. Для меня это Антоновка конкретно, что я купил. Так, ну вот так. И вот Антоновка получает от меня, ну что, в Ростове, своих яблок не было. А еще скажу, вот не выдержу. У меня заплодоносило, я когда купил участок в 84 году, мне скоро получается 40 лет, у меня уже росло там эти самые несколько ойлочек вишен и одно единственное дерево, белый налив. Одно единственное, оно не мое было, от бабушки продающей досталось. И приезжает ко мне этот самый, с Ростова знакомая. Вот, заехали ко мне, как дела, глаза ошалело, единственное дерево, все в плодах. Вот. А у меня был белый налив и с розова такой, слегка розовый. Как они на него набросились, я думал, они с голодного края приехали. А потом уже, когда мне сказал мужик, что в Ростовской области в целом районе нет ни одного абрикоса, я тогда полностью разочаровался в Ростовской области. И вот, пожалуйста, Антоновки пришли из Сибири. Когда-то они попали в Сибирь, когда-то они попали ко мне. А теперь саженец Железов пришел, и вот он. И посмотрите, что какого они оттенка. А почему? Несколько поколений я привил на сибирку. Что такое сибирка? Вот размер, как ногти, ярко-красного цвета. Бордового цвета. Влияет? Влияет. Опять вегетативной гибридизации нет. Что про меня написали? Это еще не все эпитеты. А еще не все. Я забыл сказать, что я еще и шаман. И так как еще, считайте так, как было написано, выпустился в Тимирязевскую академию. То, чем занимается Железов, это ложь и мошенничество. Это значит, что я мошенник и лгун. Перевожу на нормальный язык. Шаман, мошенник, лгун. Вот сюда надо написать. Вот. Мало того, что это еще и сивый мерин. Спасибо за мерин. Так. Вот это вот случилось. Ну как, долго говорю, ну считайте, что... Ну это дополнительные фильмы. Я за них денег не прошу. Кому надо, тот посмотрит, будет приятно удивлен. От Железова, Сибири в Ростов. Но... И все, главное, честно. Дальше я пишу. Влияние подвоя сибирской яблони, знак вопроса. Вот. Ну, а дальше я уже эту самую, помните, не буду уже который раз Ольгу... Нет, это другая Ольга, извините, это...
Ладно, пропускаем этот момент. Меня не подвела память. Так, сейчас, может быть, я вспомню. Отправляю вам отзыв. А Марина Кудина в Иркутске – это одна из моих самых верных, сторонниц. Вот. Сад выращивает по моей методике из моих семян. Вот, выступала на региональной конференции в Иркутске. Вот, сказала, спросила у одного из крупнейших ученых, ихних местных, директора ботанического сада, поддерживаете ли вы вегетативную гибридизацию железа? Он сказал, для себя не сказал, сказал за всю науку. Научное сообщество вегетативную гибридизацию не поддерживает. Вот. А зачем им вот эти вот? Вот он и невкусный. Теперь так. Она пишет, то есть отправляю отзыв за саженцы, который мы брали осенью 2020 года у Сергея. Итак, Татьяна, спасибо вам и Валерию Железову за такие чудесные саженцы. А это она, видимо, ему пишет. Ну, это ее переписка. Это Сергей занимается саженцами. Но научил его, конечно, отец. Передайте от нашей семьи благодарность. Да, это первое подношение. Не взвешивала, собрала 65 яблок за 2 года все. Я думаю, хорошо для первого года. Сад Марины Хомутова. Доброе утро, первый урожай. Спасибо, Марина Геннадьевна. Будем ждать урожай с абрикосовых косточек. Ну, что ж это такое, ё-моё. Для пепина. Форма пепина. Ёлки-палки. Господи, с этими прививками говорят, что прививки только могут портить, а это... Ладно, проехали. Пора устроить, это я пишу, соревнование. Кто круче, Европа или Сибирь? Дело в том, что мы по многим показателям Европу обогнали, но не по всем. Или пчелы против меда, присоединяйтесь. Ну, еще 5 минут, и будем снять очередной фильм готов. Раиль Галиев. Слушайте, а что здесь, если открыть, что будет? Я же 100 лет сюда не заглядывал. Ну-ка, нажал, посмотрим. Абрикос Серафим. Ага. Бирочка. Годится. Вырвен из косточки. Корневая шейка на уровне землей. Сам штамп где-то сантиметров уже. 6, наверное, если не 7 уже. Очень великолепно вырос. Два раза уже приносил урожай. Правда, в этом году единичный. Видимо, были морозы какие-то. Повлияло, скорее всего. Ну, и слив тоже в этом году. Тоже очень мало, значит. Что-то такое характерное было. Ну, что интересно, сумасшедший прирост в этом году. Это 1,4 метра уж высотой, наверное. Замечательно вырос. Валерию Константиновичу великая благодарность. Ага, есть один. Есть один. Теперь нам надо вернуться там, где были. Давайте второй еще посмотрим. Ниже что-то тут идет персики. Опять хасанские. Мы завоюем весь мир, завоюем. Внимание. 4 августа. Выписывал косточки Валерия Константиновича абрикосов. И вот, что у меня на данный момент получилось. Сеянцы выросли хорошо. Вот некоторые даже толще карандаша получились. Высоту где-то метров, ой, сантиметров 70, наверное, вот. Где-то по грудь уже взрослому человеку, вот. Вот получается королевский. Фаина, абрикос крупнопомный Железова, рыжий, Артем, академик. Там еще дальше продолжение есть. Отлично приживаются косточки. После сертификации все сделано. И вот радует глаз. Очень хорошо. Спасибо Валерию Константиновичу Железову из Саяногорска. Пожалуйста.
Пожалуйста. И вам спасибо. Не забыли. Я же, помните, всегда, у меня в августе день рождения 2-го. И в это время уже многие подводят итоги. Ходят по саду и угощают своих детей вот этими вкусностями. Я всегда говорю, для меня от вас нужны подарки. Я требую подарки. Фотографии. Итак, что там дальше у нас? Давайте я помню. Петя Касанский. Алексейка. Ну, что это? А, ну тогда получается Романа Галиева. То есть он уже еще и персики получил. Ладно, идем дальше. Алексей. Один из самых крутых садоводов-любителей. Далеко пойдет. Чуть не сказал, если его. Ну и наука так же, как меня. Еще долго замечать не будет. Потому что жить это, в Челябинске несколько волшебников, включая покойного Юрия Алексеевича Латинкова, да настолько превзошли соседнюю науку. Ну, слов нет, но тем не менее никто не торопится восполнять. Знаете, если кто-то производит автомобили Запорожец или Аку, а в это время Мерседесы, ну пойдите, поучитесь, как Мерседесы выпускать. А они хотят. Вот. Хотя уже друг друга знают. Не могут не знать. В том числе и Алексейка, и Железова, и Латинкова. Так, а что здесь это? Скачать, сохранить. А, фото плодов шелковицы не сохранил. У меня есть фото плодов вашей шелковицы, видимо, годом позже. А вот ваши сливы. Косточки, черенки, ваши вроде сувенир Востока. И где оно? Ё-моё. Что ж получилось-то? Гражданин Алексейка. Видимо, не прикрепилось. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Видимо, не прикрепилось. Так, пожалуйста, повторите. Как говорят, требую повторения банкета. Пришлите все, что выращено железом, начиная с шелковицы. Вот. На правах старшего товарища вы считаете, что я настаиваю на этом. Наталья Ефимова. Кому? Сергею Железову. Заказ саженца. Здравствуйте, Сергей. Мой сын, я в скобках, я думаю, питомниковод. То есть врачи саженца на продажу. В этом году у меня в Скотской области впервые зацвел до урожая, полученный 24 года назад саженец персика Хасанского. Может, это ее? Нет, это не ее. Далековато. Так, на фото хорошо видно, какие выросли плоды. Они абсолютно спелые, душистые, косточки отделяются. И хочу спросить, как правильно поступить с косточками? Посеять прямо сейчас? Посеять под зиму или сортировать в холодильнике и посеять весной? Ой, у одних лучше получается посеять под зиму, прекрасно всходят, у других не всходят. И наоборот. Тарифсировать холодильники, чуть со сроками ошиблись, могут тоже не взойти. Или взойти 100%, потому что мы с вами уже шестой или седьмой фильм снимаем, мы видели, что у многих 100% всходят. Итак, выбор за вами, садить под зиму или тарифсировать холодильники. Вот и результат, вот и результат. Да, вот они и персики. Сергей Макаров, ваш персик Хасанский. Привет, натерн. Чернок взят от сеянца, этому третий год Омского. Ё-моё, где в Омской области? Добрый день, Валерий Константинович. Если вы хотите выставить эти фото слушателям, то им необходимо знать подробности. А по этапности получения привитого персика Хасанский на подвой терн из Хакасии. В данном случае из вашего сада. Вот его работа. Итак, прививка на терн. Итак, прививка на терн. Наверное, это есть поэтапно. Родословная. Косточка из сада Железова. Знаете, что мы делаем? Разговор серьезный. Почему? Мало того вырастет, надо закрепить. А мы уже достаточно поговорили. Я предлагаю на этом закончить разговор. Именно вот этот кусочек. Так, труба зовет. Сегодня ко мне приезжает, знаете кто?
Та же самая Ренессанса Венеции. Я сейчас лишний раз вам покажу ее. Народ должен знать своих героев, будущих этих академиков. Почему? Сейчас объясню. Это особый случай. Сейчас я посмотрю, где она у меня. Чтобы ее живем увидели, потому что она сделала исключительную вещь. О ней мы сейчас поговорим. Вот. Значит, у меня есть такое досье на Савинич. Вот это у меня досье на нее. А это еще не полное досье. Так. Вот. Это еще не полное. Человек, который способен учиться. И единственный из выпускников Красноярского сельхозуниверситета, единственный из учеников, который все умеет делать в саду. Вот. Ну а плохому мы не учим. Сами видите. Попробуйте в Сибири в садах найти такое. И получается следующее. Вот она. Да. Единственная опять выпускница, которая у нее большое биополе, сам мерил, владение рамками исключительное, поэтому ее можно ставить уже. Я бы сейчас бы кандидата наук как минимум присвоил. Что годы терять? Вот. 5 лет в этом саду, это важнее, чем 5 лет в университете. Вот так вот. А почему я не вспомнил? Смотрите, что такое учеба. Смотрите, что такое настоящая работа исследовательская. Так вот, она сегодня привозит ко мне председателя Союза садоводов Красноярского края. Вот, ну, что значит, чего-то я стою, если ко мне привозят такого, назовем его садового генерала. Вот, ну, будут фотографии, может быть, будут съемки. Если удастся наши разговоры зафиксировать на камеру, значит, мы с вами еще познакомимся. У этой девушки огромное будущее. Вот если, как шутка есть, если милиция не остановит, если академия не остановит, мол, сиди и не рыпайся. И это может быть. Вот такие дела. И вот она самая красивая, видите? Вот она-то как раз и я дочкой называю. Привозит ко мне садового генерала. Вот, так что еще будут фильмы. И не забывайте, что у меня будет вебинар в понедельник. Это 20-го году, какого? 7-го, наверное. 27-го, да. Понедельник. И не забывайте, что вам нужно догонять тех, кто вот в этой вот. Смотрите, сколько мы еще с вами будем. Это все с моего сада. Все с моего сада. Как вам это? А? Это все с моего сада. Вот. Хотите это иметь? Ведь практически все начинали с косточки. Косточку посадил, ждешь вот такого чуда. Раз. Или косточку посадил, на следующий год привил черенок опять с моего сада. Вот такие дела. Давайте, ребята, хватит спать. Дал от науки помощи, набрал 150 трехлитровых банок косточек. Немысленная, единственная в стране и в мире коллекция, которая вообще-то должна храниться для будущих этих бедствий, прямо в вечной мерзлоте хранится, для того, чтобы возрождать садоводца, если какая-нибудь комета разрушит страну и весь мир. Вот. Никому не лучшая коллекция. Вот. Настоящая его цена, если бы распространить по всем институтам, университетам, быстро за 5 лет вырастить новые сады, ей цена миллиарды долларов. Я не преувеличил. Возьмите, посчитайте. Нищая наука, но на нее деньги тратят. Вот. А настоящая наука, она здесь у нас, вот она. Вот она. Все, друзья. Будем считать, что мы еще раз познакомились. Косточки, черенки, шлите мне заказы. До свидания.
А я еду навстречу себе в Красный хутор, в свой сад, навстречу с садовым генералом.